Всем привет. Раз, два, три, всем привет. Скажите всем привет. Привет. Всем пока. Давайте Ukrainian Job. Нет, давай Мола. А спокойно, без маски можно зайти погулять. Там тоже можно без маски. А, еще знаю, ограбление, где две карточки, двух чуваков есть. Гобанк. Гобанк, да? Ну вот, mm-hmm. тоже довольно веселая была. Ну ок. Тут серия не оверкил. Не, давай надо... овер, давай овер. А что, с овером сложно? Ну, скажем так, да. По стелсу? Что? Да, по стелсу, я пойду первый. Не, серый, я думаю, не получится по стелсу. Вы мне указания... Давай так, вы типа мне указания даете по телефону, я иду и выполняю. Поэтому, серый, не снимай броню. Ладно. Ну ты овер можешь не поставить, да, если хочешь. Не-не-не, хард. А хард это не овер еще? А ты взял, серый, возьми эту пилу. А на изи что? Карточки же дают. Я же знаю, что там куча ящичков есть. Угу. Надо открывать. Они так долго открываются на первых уровнях? Пипец. У тебя есть пила, да? А я могу в стелсе же. А, подожди, тогда... А, ну я... Эти... Ну давай мы... У меня же есть пистолет. Кстати, я же привлеку очень много внимания с броней. Да, поэтому снимай костюм. Погодите, а как снять? Как снять? Ладно, я одену костюм. Подожди, Silent ты или нет? Silent. Silent. Я первый иду. Эй, подожди, а почему у меня какой-то чемоно одет? Пистолет. А у меня все равно все по 75. C4, эквип, все, пошли. Справимся. Ладно, пофиг. А, ну можно сразу, в принципе, заходить, Джем, поставить. Нет, я иду и по-тихому делаю все. Я с тобой. Точно. Ты по-тихому можешь там на заднем дворе. Ну я сзади пойду, через задний вход, убью охранника. Да, и там такие синие кабинки стоят. Туда по-тихому. Там тоже есть охранник. О, лица. Артур, ты негр, ты негр. А ты бородач. Я не могу бегать, блин. Я прыгать даже не могу. Let's go! Идем, а можно я зайду в заправку? Здрасте. А как заходить? А, через это заходить было. Здрасте. О, могу поставить. Нет. Не надо. Сломаюсь этот. Все понеслась. Где этот охранник? Где он? Он здесь ходит, я точно знаю. А как его заломывать без этого штучки? Блин, так. Мне надо маску одеть, чтобы вырубить продавца. Потом. Все потом забирать. Сейчас. Я уже готов. Я тут, его никто не найдет, я попробую. Готовы? Нет, нет, не одевайте маску. Here we go. Козел. Там палят. Машину вскрывай. Зачем машину? Там карточка может быть. Карточка же у двух людей. Я украл $1000! $1000 из... Из чего? Из этого, из... Как его? Куда деньги складывают? Серый, тут друзей моих нету. Так, сейчас я тихо перебегу на вашу улицу. Тихо-тихо, я сейчас... С маски с пистолетом. Я по-тихому. Не надо. Я сейчас по-тихому. О, господи. Я присел, и меня не видели. Давайте, открывайте ворота. Подожди, как это? Там Новый год. Я... Где вы вообще? Серый, заходим? Да, тут. Старт-джангл. Пошли. Заходи. Охранников убивайте. Я сверху сейчас попаду. Как орать? А? Камера Блин! Как их связать? А зачем их связывать? Какой смысл связывать? Потому что они могут убежать. Заложники. А даже если они не убегут, какая разница? На нас не будут нападать. Эй, вниз, дебил! Мне нужна... Я музыку вот. Да чё он, блин, ну связывай ты его уже. А, он связан. Так, карточку тоже. О, я еще 1000 нашел, Катя. Я уже заработал для себя. Так, C4, как поставить? Ну да, вроде. Как поставить? Где карточка? Где? Кто? А что такое джеммер? Что, что, что? Stay down, all of you! Stay down, all of you! Да, звон, вижу. А кто что ты делаешь? Я открываю дверь. Здесь же с другой стороны вход открыт. Я открываю дверь. Найдите у гражданских, там должна быть карточка. А как найти? Через F?
Да. Я вроде всех. А, вот еще не связанные два. Так. Кто-то заметил нас. Нажать, нормально. О, я нашел карточку. Отлично. О, я мастер. Эй, может его убить за это? Может все-таки просто карточку? Так, у кого карточка? Иди сюда. Меня? Иди сюда, вставляй ее во второй замок. Давай, вставил. Green light. А что за бред? Я вот один раз играл, и вот такая вот огородка, как вот эта, да? Стояла вот здесь вот один раз тоже. А где доски взять? Они рандом. 4 минуты. Где доски взять? 4 минуты открываться будет? Да. Ну, а где доски? Рандомно. Какие доски взять? Ну, чтобы окна закрывать. Ну, здесь закрывать. Они по улице. Что, это Майнкрафт, что ли, блин? А, чуваки, Рождество ведь. Рождественская. Снег вот идет тут. Может не надо? Вот доски лежат, кому доски вот. Может не надо грабить их тогда? Может уйдем просто отсюда? Мы уже убили двух охранников и... Ну и что? Нам простят двух охранников, может у него семьи не было. Ладно, чуть багажник. Кстати, что в сумках вообще? Чего? Телефон звонит. Отвечай, да. А где он? Вот. Блин, по лестнице спускаться. Смотрите, трупы. Нет, их нужно... Да все на никого нет. Они проходят. Вот, вон идет. У меня почта какие-то search for codes. А как я найду эти коды? Где их найду? А их вообще можно найти? О, деньги. Сколько? 1000? Да. Где коды можно найти, блин? Где-то здесь, ищи по всем бумажкам. А вот, все нашел. Не знаю, кто нашел. Время нашло, наверное. Почти палился. Блин, банкоматы. Эй, хочу уметь заново. Есть. А что этот подарок большой, зеленый? Красный. А почему никакой полиции нет? Что такое? Что за бред? Потому что мы по-тихому. А почему? А здесь где-то камера или что? Есть? Вон одна. Я имею в виду, ну, мы что, реально всех связали, что ли? Если я в нее выстрелю, произойдет сигнализация. Кто? Я убил, но я не вижу, кто-то еще. Не, вроде никого нету. Больше никого. Кого убить еще? Никого. Точно? Вон, вдалеке, серый. Вижу. Он увидел нас! Стреляй в него! Нет. Down on the ground. Блин, лёг, придурок. Шлёпнуть надо. Точно его. Ты его ударил? Телефон. Я бегу к нему. Это я. Да блин. Чё ты, блин, отвечаешь криво? Опять сидел идёт. Кто хочет потратить 13 тысяч? Вон, там сидел. Где? Эй! Блядь. 5 тысяч всего. Туалеты проверяй, серый. А его убрать можно в мешок? Или у меня нет скилла? Кажется, даже можно в мусорник спрятать. Открылось! А как его поднять? 30 секунд. Поднять скилл нужен. Я поднял. Дима, ну нифига. 30 секунд! Там большие часы над ними нет. Дима, ты знал? Чтобы носить трупы, нужен скилл. Чувак, а чё за бред? А тут камера стоит, а почему у нас не едет полиция? Стрельни по ней, стрельни, проверим. Так, конечно, уже сломалось. Эй, ну зачем? Вали ты его! Что, кажется? Ой, он убежал. Из глушителя нельзя было? Не стреляйте! Да что такое? Что за бред? Нельзя стрелять! Это блин, он все слышит, могут выжить опа. Смотрите, куда я залез, меня тут все равно не найдут. Теперь придется на этой стороне стоять за забором и искать. Ладно, скажи, там я открываю эту хрень. Ну, я, если там цивил выйдет, он его увидит, но я цивила не смогу убить, поскольку за забором, но туда не зайти. И что? Ну и... Опа, жди.
Да блин, какая разница, мы всех убьем. В кустах такой сидишь, стелс. Не, стелс всегда. Козел в кустах. Нет, козел тогда сюда лучше. Телефон. Телефон. Я слышу телефон. Я помню, знаешь, где такой... Чего поговорить хотят? О счете. Мне показалось, что она там депрессивная какая-то тварь. I got extra ammo over here. Чё, нашёл? Это нет. Я буду взламывать сейчас тоже долго. Как весь. Прикольная игра, да, Артур? Просто идеальная. Блин, там твой телефон, только не за телефон. Можно я сломаю его просто? Когда звонить? I'm having trouble with my account on the computer. Do I internet? Leave it to me. I can certainly help you with that. Знаешь, он такой, он типа, ну, он звонит, типа, чем я могу помочь? Короче, звонит чувак какой-то. Валик. Это сортир, по-моему. Да, сортир. Быстрее. Сортир. Какой сортир? Где? В сортире, ну сзади. Где? Вот этот? Убивать его. Не надо, там гражданский. А он не хочет падать! Ударь его прикладом. А вот, он ударился об шкаф. Привязал его. Он об шкаф ударился. Привязал, прибил. Это... Вот звонит, короче, кто-то по телефону, говорит, типа, мой... Я могу как ему помочь, чем говорит, хочу проверить, типа, свой этот, там... Короче, этот банковский счет, да? Говорит, хорошо, я вам очень сейчас помогу. И бросает трубку. Это разве не подозрительно? Нет, я так не подозреваю. Ты звонишь так, например, был такой нет. Вот сейчас он говорит, типа, привет, как я могу вам служить? Сумки скидывайте. Я нашел какие-то бумаги. Кому кричали? Get low. А что за сумки вообще? Если куча сумок, я как будто еще и трупа вижу. Это что, кокаин? А куда их кидать? Там, где чемоданный значок. Это где мы начинали, да? Почему? Вот Миллениум кого-то качал? Просто, почему ты так бегаешь? Потому что там есть спринт. Я не могу телефон поднять сейчас. Я отвечу. Поможешь ему, да? Может поделимся с внимание с этим дебилами, которые здесь лежат? We got a call from Junsec. Seems they've got some concerns about what's happening there. I'm dispatching some uniformed officers to make sure everything is okay. Сколько ответов есть? Два? Два, да. И один залог. Alright. Expect company, gang. Так, ладно, встретимся. А там труп они засекут, если пойду с правой стороны. Вот это сейчас проблема будет. Тогда, Артур, отвлекись, неси сумки. Я с быстренько сам устрою. Окей. Если пойду с левой стороны, то нормально. Если с правой, то это беда. Там труп лежит за границей. Да убьем их. Еще одна сумка лежит. Джаммера не осталось, да? Нет, я два потратил. А что такое джаммеры? Глушилка. Глушилка, глушилка или скачивать типа коды с дверей, на которые требуются ключ карты. Артур, ты в курсе, что ты дергаешься в конвульсии? Когда да, что я делаю? Я на телефон не могу. Я отвечу. Там кто-то нас увидел, нет? Три человека. Кого ты убиваешь, цивильник? Уходим в машину, он там не достать. Я хочу убить их. Говно. А ты все взломал там? Давай. Уверен? Ты уверен? Ну почему вы как-то не любите драться? Подрались без корпуса. Может, потом там бежать через лабиринт по туннелям.
А что, на машине нельзя просто уехать тогда? Нет, она уедет, как сигнализация звучит. Че, тут говно. И тогда тебе просто по лабиринту бежать там не очень весело. Причем дает. И 24 уровень. Да, 24. Блин, ну я ненавижу тебя. Ну пожалуйста, что-нибудь крутое, только не деньги. Что за говно? Что за бронзовый оксид мне дали? Цвет, покраски, маски. О, это хуже, чем деньги. Наверное. Я не знаю. Наверное. Че еще можно вставить на этот? Ничего. Вообще. Блин, наверное, надо на skill point копить деньги. Почему я не понимаю? Мне нужен пистолет новый. Кира, давай миссию пистолет. Нам еще 48. 38. Вам же убить. No Ukrainian job. Она скучная. Мол! Зато она быстрая. Молли, надо быстрее. Уже на нету этих. Мол, же нельзя сделать, то есть пройти без полиции? Можно. Можно? Да. Может разбить все окна, все это сломать без полиции? Да, если успеть связать всех сыгров. Это бред. А, надо броню одевать, да? Окей, одел. Блин, ну... Так, глупо. Так... Не свою маску, пожалуйста, уже.